Лучших учителей Нижнего Новгорода наградил мэр города Юрий Шалабаев. Всего в городе трудится более 15 тысяч педагогов, и около 100 из них в преддверии Дня Учителя получили награды, дипломы и благодарности. Меняется и форма, форматы образования, да, и содержание, и оценка. Ну, многое меняется, остается только совершенно точно одно остается неизменным – это высокая миссия учителя. Образование – это фундамент, и все педагоги создают фундамент для настоящего, для будущего. Для меня лучше профессии нет. Это та профессия, которая все время требует от тебя, чтобы ты был в тонусе, чтобы ты был все время на высоте, как я говорю, на одной волне с нашими детьми. Об учителях много сказано хороших слов, но самый точный высказан, на мой взгляд, сказал заслуженный педагог Владимир Абрамович Караковский. Дети не всегда тянутся к знаниям, но всегда тянутся к личности. Самое плохое, когда учитель – пирожок ни с чем. Вот этой стратегии я и стараюсь придерживаться, стараюсь быть педагогом с интересной и вкусной начинкой.